Магаданцев приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда. Минтруд проводит ее с 25 по 29 апреля 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Цель акции – распространение современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда. Для участия нужно направить заявку в Министерство труда и социальной политики Магаданской области до 21 февраля на электронный адрес, который вы видите на экране.